Уважаемые эксперты Фонда президентских грантов, я тележурналист Эрнест Мацкевичус, художественный руководитель и один из авторов идеи фестиваля «Дорога на Ялту», который мы вместе с Фондом «Гуманитарный мир» будем проводить весной 2020 года в Крыму. Главная задача нашего фестиваля – показать, что в мире, в том числе в русофобских, особенно русофобских в последние годы странах, есть нормальные люди – близкие нам по духу, которые, несмотря на всю свою государственную пропаганду, продолжают любить Россию, ее культуру и уважают нашу историю. Мы хотим, чтобы эти люди перестали бояться, чтобы они прилетели в Крым и в канун Великой Победы вместе с нами исполнили дорогие нам военные песни на своих родных языках, чтобы потом эти песни прозвучали в их странах тоже. А еще мы хотим вернуть Европе подлинный образ советского солдата, который пытаются извратить и оплевать в последние годы. Образ солдата-освободителя, солдата той армии, которая в середине 20 века ценой чудовищных потерь освободила Европу от фашизма. Мой двоюродный дед Николай Павлович Дедов, летчик-штурмовик, был сбит весной 1944 года над Керченским проливом во время освобождения Крыма от фашистов. Поэтому для меня весь наш проект очень личный, и, конечно, я сделаю все, что от меня зависит, приложу все силы, весь свой опыт для того, чтобы он состоялся, для того, чтобы фестиваль «Дорога на Ялту» стал не просто заметным, мощным, ярким событием весны 2020 года в Крыму, но и превратился в одну из визитных карточек Крыма на долгие годы. Проект очень важный, но очень сложный. Мы будем делать его в любом случае. Но в одиночку его поднять тяжело. Мы очень надеемся на вашу поддержку.